Здравствуйте, представляем котел варочный на 150 литров, кранслива 65, ножки регулируемые, котел, значит, будет технический глицерин, крышка разбирается на две половинки, снимается, здесь у нас заливочная воронка и два блока ТЭНов, и терморегулятор защиты от перегрева, краник внизу, краник для полного слива стоит, пульт управления на котле, значит, мешалка у нас с опорой на нижней точке. Сетевая кнопка, это защита от перегрева, то есть терморегулятор выставляем в пределах рабочей температуры, и будет залит, значит, глицерин технический. И два терморегулятора для сырья, для рубашки. И поплощное включение ТЭНа. Каждый блок у нас получается по 6 кВт. 6 кВт и 6 кВт. То есть 12 кВт общая мощность. И мешалка регулируемая, то есть будет регулироваться в одну сторону, крутиться резистором, либо в одну сторону быстрее, либо в другую будет крутиться. Ну, и мешалка у нас разбирается у нас на клапан соединения, вынимается, для того, чтобы можно было помыть котел и обслужить его. Ну, все, котел готов к работе.